Ну что, мои хорошие, всем привет! Я заказала вот такой вот Advent, да, наверное, календарь. Давайте каждый откроем и посмотрим, что же там внутри. И вообще, стоят ли вот такие вот календари кому-то покупать, дарить? Имеют ли они цену и стоят ли своих денег? Такой, по-моему, где-то я покупала рублей за, ну, что-то в районе 400. Но это со скидкой, учтите. Вот, поэтому не знаю, сколько он будет стоить в вашем городе и в вашем магазине. Давайте посмотрим. Он запечатан в такой вот целлофанчик. Открываю. Ребята, у нас сегодня максимально тоже новогоднее настроение. Вы знаете, снимаю максимально новогоднее видео. Почему? Потому что у меня есть новогоднее настроение. Вот и все. Вот и все ответы. Так, ну что, открываем. Такой вот. Такой вот календарчик. Тут у меня сразу пришел этот монстр. Давайте начнем. Будем по очереди все-все-все открывать. Первый. С красным. Вы, кстати, кто были из этих? Из Эммандемсов? Это что? Это что? Это типа домик. Конфетки. Давайте пробовать. Чё мы? Чё мы, зря что ли? Кстати, русские. Все делается в России. Ну, понятно, да, завод Марс. Ну, как обычные M&M's. Давайте так вот. Так, стол. Будем сюда. Первые у нас были конфетки. Давайте продолжать дальше. Первое окошечко. Открываю. Слушайте, они сделали прикольно, что это прям такие вот окошечки как бы. А, это пазл. Точно, точно. Одна конфетка Твикс. Одна. Пробуем. Пить. Давайте дальше. Тут что, все будет по одной конфетке? Да. Milky Way. Поехали дальше. Как думаете, что там? Сникерс. Ну, если честно, собаку идти своровать. Если честно, прикольно. Сникерс. Неужели не будут повторяться? Марс. Ребят, все наши любимые конфеты. Всем, кто хочет есть, посвящается. Просто, знаете, лишь не так много конфет. Давайте откроем вот эту. Желтым. Что там? Пикник? Твикс. Блин, это похоже повторюшки. А игрушка там будет? Смотрим все. Что за... Только конфеты, ребят, прикиньте.
такой дом для конфет. Так. Еди только конфеты. Последнее окошко. Баунти. Все. Открыли мы, в общем, все. Ну, как вам сказать? В целом, ну, прикольно. Видимо, о, последняя кошка. Видимо, тут идея в том, что просто открыть, съесть по конфетке, но, видимо, здесь самое дорогое — это упаковка. А так, в целом, ну, для детей прикольно. Рублей по 250, по 200 такой, в принципе, купить можно, и ребенок порадуется, в принципе, пооткрывает. Вот, а потом тут еще можно собрать мозаику. Ну, мозаику я, вы знаете, уже собирать не буду. Вот такая вот у нас коротенькая получилась распаковочка. Давайте съедим еще один Марсик новогодний. Я вас поздравляю с наступающим. И желаю, чтобы в новом году было побольше радости. Побольше поводов радоваться, смеяться. Знаете, я хотела на самом деле сегодня сделать «Жизнь подписчиков обсуждаем». Ну, там у каждого, да, такие темы. Ну, серьезные, грустные. Все-таки Новый год. Мне хотелось снять такое радостное видео, чтобы у вас немножко поднялось настроение. Так что мы вас поздравляем с наступающим Новым годом вместе с Чарликом. Да, Чарли? Поздравь всех. С наступающим Новым годом. Чтобы... Еще знаете, что желаю? Чтобы в Новом году мы с вами почаще виделись. Будем вести стримы. Будем общаться, будем разворачивать разные распаковки. Знаете, у него так сердце тук-тук, тук-тук, тук-тук. Скажи, что ты меня целуешь, а мне тебе нельзя целовать? Ну что, давай прощаться. Ребят, спасибо вам большое, что зашли на канал, посмотрели это видео до конца. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой телеграм, на мой ютуб. И давайте дружить. Все, всем пока.